дорогие друзья, с вами канал Джули, и сегодня я буду готовить рыбу в бальзамическом уксусе. У меня опять вот красная рыба здесь, вот он, бальзамический уксус. Я сюда отправляю 2 столовые ложки бальзамического уксуса и столовую ложку оливкового масла. Вот в этом маринаде у меня сейчас будет мариноваться рыбка моя 20 минут. Так, пока у меня маринуется моя рыбка, я приготовлю на гарнир салат. Для этого мне понадобятся помидоры и огурец. И еще мне понадобится сыр. Огурчики нарежу вот такими ломтиками. Мне понадобится красный лук. Добавлю немного чеснока. Теперь посолю, поперчу. И приготовлю заправку. Бальзамический уксус придаст моему салату нотку сладости. Добавлю его. Так, оливковое масло. Аромат безумный. А вот лимон оттенит мой салат, придаст ему пикантности. Вот, все. Сейчас перемешаю, салат готов. Все, салат оставляем в сторону и приступаю к приготовлению рыбы. Так вот, друзья, пока у меня разогревается сливочное масло, я подготовлю муку. Посолила, добавила специи и отправляю рыбку сюда. Теперь жду, когда у меня масло растворится. Сливочное масло я добавляю в подсолнечное масло. И отправляю рыбу на сковородку с той стороны, где у меня кожица. Отодвигаю плитку к себе. И тут у меня появляются пузырьки, смотрите, пузырьки. И я буду поливать этими пузырьками свою эту красавицу. Сливочное масло придаст моей рыбе ореховый вкус. А сочетание сливочное и подсолнечное масло вообще
Это уникальное сочетание, которое придаст рыбке неповторимый вкус. У меня рыба должна быть. Смотрите, все больше и больше появляется пузырьков. Вот это самое славное. Посмотрите, какая красота происходит на моей сковородке. Если вы приготовите такую красоту своим любимым половинам, то они будут полны в восторге. Ну вот и все, друзья. Блюдо мое готово. На этом все. Я с вами прощаюсь.